Птицы, конечно, здесь это что-то невероятное. Такого громкого пения птиц, если честно, я, наверное, даже никогда нигде и не слышал. Причем происходит круглый день. Сегодня мы попробуем проехать в каменный город. Поедем на этом УАЗике. Ой, фу ты, на газельке УАЗике. Пешком туда пройти трудно, потому что далеко. И какой-то там Бучеев надо будет переезжать. Поэтому мы взяли экскурсию, сами не рискнули. Снял, смотри, уважает нас. Держитесь там. За что? Да, в хорошие дожди здесь, наверное, перемол все заливает капитально. Дожди сказали, вообще тут не проехать. Да. А то что же посмотреть? Что они сейчас все дрыхнут, как уже где-нибудь поглубже, смотри. Не, они не дрыхнут. Для них сейчас тепло. Поднимаемся в гору. Хоть бы и по лестнице, а все равно задача требовательная к дыхалке. Алло, уже обратно бежит. Папа. Лосенок. Идем. Пап, можно на траву площадку? Можно зайти, да? Она там. Слышал? Угу. Номер один. 1517 метров над уровнем моря. 1517 метров. Вид на старый Усинский тракт, первую колесную дорогу через Саяны, идущую от Минусинска до Белоцарска. Ты спрашивал, что за дорога. Покормить скоро будут? Линик и Зыла.
там было в квартире. Мы зашли. Получится, может, залезть. А? Понимаете? Кто что видит? Читай. Сейчас я вам скажу, это смотровая точка, сторожевая башня, 1589 метров над уровнем моря. Я вижу бабку, которая вот знакомство так вот знакомство с каменным городом начинается со скалы, сторожевая башня. Это сторожевая башня, как там увидела бабку? Вот смотри, вверху, вот видишь? Была разрушена при набеге на племя Саяны орды золотого татарского хана. Ночью предатель по имени Змеиного... Да, вот иди, пожалуйста. Змеиного. Пустил вражеских всадников в город, сей перебор от старого до младого города стали на защиту своей жизни и свободы, грозным валом священного хлеба. Можно я смотрю быстро? Иди, пожалуйста. Да-да. Голос подвижный. Тропинка закончилась. Ну, в смысле, ровная дорога. Дальше мы идем по камням. Это в целом несложно и даже еще интереснее. Запах здесь, конечно, невероятный. Пихта и кедр местами пахнут так, что кажется, что я никогда ничего подобного не нюхал. Жалко, что камера не передает этого запаха. Вот такая у нас пика, дружная пика, команда. А? Пика-пика-пи видео, потом на свадьбе предъявим. Вот. Смотрите, какие облака красивые. Так, что я куда-то не туда залез. Да, еще здесь можно найти массу вот таких вот фигурок, созданных из камней. Это, видимо, делают туристы. Но зачем? Никто не знает. Мы пока не выяснили. Есть одна версия, что если поставить камень, загадать желание, ветром его сдует, ну или он упадет по какой-то другой причине, то желание сбудется. В этой версии меня беспокоит некоторая нелогичность. Если это так, то зачем такие здоровые камни класть? Я бы положил маленькие, легенькие. Вот, поэтому, может быть, это обозначает что-нибудь другое. Вот, прямо перед нами скала. Как нас каменные... Каменные стражники, да. Каменные стражники. Да, там не глубоко. А здесь такие прямослойные. Вот священные пирамиды, да? Нет, знаешь, на что похоже? Какой-то на море из песка ты вот так вот берешь песок. Мокрый, сильно мокрый. И вот так вот. Поднимаешь его вверх, он так и закапывает. Не слаживает. Вот видишь, вот это вот на своем диалоге. Создала. Прям такая, как будто клумба, да, специальная чашечка, и сверху растут растения. Что вам зацвело? А там тут пещерка какая-то. Девчонки боятся всего. Смотрите, где! Ух ты! Там кто-то шевелит. Это сквозная пещерка. Человек не пролезет, слишком мало места. Пап, я полезу. Давай не будем пробовать.
очень красивые места. Маршрут несложный. И очень красиво. Вроде похоже на столбы на наш красноярский. Но есть какая-то особенность, которая говорит, что это не столбы. Да. Так, сделали привал, огурцы, блины, бутерброды обустроились прямо на скале. Вот очередной камень не спалил. У каждого из них есть свое название. Почти возле каждого есть табличка, где написано о том, что это за скала.
девчонки. Это вам не в селфи селфиться, блин. Давай напрямки наверх. Да тут бы не напрямки, блин. Давай, Лёва, я здесь. Давай, давай. Только не торопись. Сначала путь выбери, потом лезь. Просто так не бросайся навскидку. Шаг выверен должен быть. Два хода посчитал уже. Красавчик. Давай, давай, тут чуть осталось. Молодец. Я бегом добежал. А? Бегом добежал. Хорошенько так продышался. Хорошо, приятно. Кать! Давай сюда! Аж волосы назад! Здесь хорошо! Здесь ветер очень сильно дует! Вы только не туда пошли! Я в тебе уверен! Ведь я посчитал. Катька, смотри, что выдает. Нифига. Мамонты, мамонты прутся на пролом. Мамонты, мамонты прутся на пролом. Мамонты, мамонты. Молодец, залезла. Ветер. Да. Папа, дай попить. Вода. Бери. Кать, на. Это плеч? Кать, на. А, нет. На. Пап, можно открыть рюкзак? Воду взять. Открывай, доставай. Ну что? Комментируй. Круто. Этот маршрут мне очень понравился. Очень интересный. Вот куда мы забрались с Ильичем. Саянский простор. Но я сюда пойду. Ногу не подверни, аккуратно. Вот вдоль этих скал мы шли. Мы вернулись на базу. И вот так вот она выглядит. Выстеленные дорожки, грязных мокрых мест нету, есть где поиграть детям, только что-то убрали батут, есть где покушать, домики разнообразные. Вот в той берлоге уже. Слева столовая, где можно завтракать и ужинать. В общем, все более-менее удобно. Вот так внезапно собрались тучи. Прошел невероятный ливень. Как раз ездили все в деревню за пищей, да так прогуляться, посмотреть что-то. И попали в такой ливень, что просто я единственное желал, чтобы не пошел град, который бы разбил машину. Но обошлось, без града доехали, но ливень был изрядный. Дворники работали на максимуме, и то еле справлялись. Но доехали, все хорошо, вот теперь дождик. Вот так бывает в горах. Днем тепло и сухо. Вечером собираются тучи и мощнейшая гроза.